Заявитель описал подозрительного мужчину, который некоторое время находился в автобусе рядом с ним. Была составлена ориентировка. Задержан ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 62-летний местный житель. На допросе мужчина обо всем признался. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – 5 лет лишения свободы. Если вы пострадали от преступной деятельности этого человека или стали очевидцем преступления с его участием, сообщите в полицию по указанным телефонам.